Но одно из самых интересных мест в доме – это батарея, которая прикована прямо к потолку. Как оказалось, это было самое теплое место в доме, вот поэтому именно здесь стоял столик для работы. Именно здесь проводила все свое время Маргарет. Уникально. Батарея на потолке. А на втором этаже выставлены портреты основных героев. Скарлетта, Рута. Скарлетт, конечно, здесь самая красивая, да. She's so pretty. В розовом платье.